Приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня делюсь рецептом пирога. Он великолепен, но, во-первых, прост в приготовлении, а во-вторых, получается очень вкусным. Нежная творожно-йогуртовая начинка на рассыпчатом песочном тесте. Отличный вариант для чаепития. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. В чашу измельчителя кладу муку, сахар, разрыхлитель, немного соли и ванильного сахара. Добавляю холодное сливочное масло и измельчаю. Получается такая мелкая крошка. Примерно 3 столовые ложки с небольшой горочкой этой самой крошки я отложу отдельно. А в оставшуюся часть добавлю яйцо и размешаю. Получившееся тесто выкладываю в форму, у меня диаметром 21 сантиметр. Дно я застелила пергаментом и равномерно распределяю руками, при этом формируя бортики. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты песочных пирогов с различными начинками. Далее делаю на заготовке частые наколы вилкой и пока убираю в холодильник. Тем временем сделаю начинку. В миску кладу творог, яйца и добавляю йогурт. У меня сегодня вишневый. Также кладу сахар и крахмал. Прорабатываю погружным блендером до однородного состояния. Выливаю наполнитель на заготовку из теста и подравниваю бортики. Они должны быть выше начинки примерно на сантиметр-полтора. Отложенной ранее крошкой посыпаю пирог. Я ее предварительно уплотняю в руке, чтобы она получилась покрупнее. Отправляю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. После этого даю пирогу как следует остыть, хотя он очень хорош и в теплом виде. Но в данном случае он просто легче режется. Ну вот, полюбуйтесь, очень рассыпчатое тесто и нежная тающая во рту начинка. Пирог слегка напоминает чизкейк. В качестве наполнителя подойдет йогурт с любым вкусом. Его можно заменить сметаной, добавив в начинку лимонной цедры. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите и другие мои рецепты, подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.